Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Ванча калпатару ващаки пасинду бевача патитанам павуне бхавишнаве бьо наму нама мукам кароти бачалам пангум ланхэти гирим ятки патам ханг банде парама нандамадвам бриндавай тусиде байпиявай кисвасвача Шна бхакти паде деви саттва баттвай наму нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасвати весам тато жайо мудира Шанкитане Кришна катхо пудеш Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти югто Бхакти Прамодакху Джагод Варуна Дхейям Садак Бари Бхагнам Вишчудухам Титас Вадам Сива Виренчанутам Сараньям Бхита Тихам Панутапал Бхабад Дибутам Банде Махапурушате Чарна Рибиндам Ят-пад-палла-ванака-чандамани-чатая Висфури-житакима-пикапа-вадушу-адарша Пурна-нурагара-сасагара-сара-мурти Сарадхикама-икада-кипам-каруша Сри-кишна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Сиаддайта-гада-дхара-сива-сади-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Аджануламбита бхужоу канакабдато Санкетанайкапитару камалайотакшо Вишамбару дижавару югодхармапало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура сурайр бандито диббарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гоури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясастхиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама,
Hare Rama, Rama Rama Hare. Gaurangai Gagatir Bhajasitamati Si Gaurdhamo Siti Satsatsai Gavidir Gushanga Virati Dusto Vethaniskiti Si Rupai Karati Sanatana Nati Si Jivate Josuti Si Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Si Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. The Prabhupada and his unique acharyaship. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такова Прабхупад сказал, что мы все должны быть готовы, чтобы под руководством единого Ашрая Виграхи мы все должны вместе совершать служение Гуранги Гандхарвике. Мы должны быть готовы, что под должным руководством одной Ашрая Таттвы, Ашрая Виграхи, единой Ашрая Виграхи, что мы все сообща, мы должны совершать служение Гуру Гауранги Гандхарвике. На самом деле, Шрила Прабхупада, он давал нам совет совершать все вместе служение прекрасным образом. И вот, если мы сможем гармонизировать наше сердце с Ашрая Виграхой Гурудевом, и тогда мы только сможем ему следовать достойно, должным образом. И это Экаян Падьяти. Шрила Прабхупад говорит, что это Экаян Падьяти. Взаимно. This is actually a kind of pathati. И вот, если анугатья, она совершена, то тогда не может быть никаких проблем. Гуру мухо падма бакчо хидайте корья айкьо арна корья муне аша. Is a very, you know, secret point of bhajan. Это очень сокровенный смысл баджана вот в этих словах. Что Гурудев говорит? What Gurudev giving advice? Какое наставление он дает? Мы должны привести это все в гармонию с нашим сердцем. Наше сердце должно быть в гармонии со всеми советами и наставлениями, данными Гурудевом. И не должно быть у нас никаких отдельных посторонних желаний. Посторонние желания могут сбросить нас с пути баджана. В этом главная проблема. И поэтому в другой день я говорил, что Шрила Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути нашего Гуру Падмы в итоге сбросит нас с пути баджана. И вот, если анугатья на 100% совершенно, если наше сердце стало находиться в гармонии с Гуру Падмой, то тогда проблем нет. Подлинный саду не может жаловаться на что-то. Первое, в Гаудия Баджане Шрила Прабхупад часто говорил, что Гаудия саду не может жаловаться на что-то. И это главное. Я знаю, вы можете быть удивлены. Gauriya Sadhu cannot have any. Настоящий Гаудия Саду, у него нет никакого недовольства на пути Кришна Баджана, не может быть никакого недовольства и жалования, и мы не должны жаловаться на кого-то, поэтому те, кто должным образом совершают Кришна Баджана, у них не должно быть никакого недовольства, они должны чувствовать, что
прямо или косвенно все делается Кришной, и вот подлинный саду не может иметь никаких недовольств. И на пути Кришна-бхаджана не может быть никаких недовольств и жалоб на кого-либо на уровне полного удовлетворения. Шри Кришна Бхаджан может быть возможен. И вот, когда мы полностью удовлетворены, никаких проблем нет в нашем сердце. И поэтому, если кто-то спрашивает, что Радха Говинда Гаура Хари все виграхи там, но если я спрошу пуджари, что за пуджу вы совершали в мандире, он может сказать, Радха Говинда Гаура Хари, вот им поклонились, а я скажу нет. Шрила Прабхупад говорит, обусловленная душа, не полностью обусловлена, может, наполовину ушла обусловленность. Обусловленная душа не может поклоняться Кришне. Это невозможно. Они могут пытаться. Шрила Прабхупад говорит, когда такие люди попадают в храм, они вроде поклоняются Радха Говинде Гаура Хари, но в итоге получается, что они поклоняются максимум Лакшми Нараяне. Это невозможно. Поскольку Кришна Бхаджан возможен только на пути Рага-Марга. И поэтому мы должны прочувствовать это. Не то, что мы как-то опечалимся, нет, мы должны осознать это. Почему? Ваше читание читаете. И в Шримад Бхагаватам ясно описывается, что Кришна Бхагаван Бхагаван, вы можете поклоняться ему через Рагамарг. На Видхимарге это невозможно, но вы должны следовать Рагамаргу. Это должно быть, иначе вы нарушите всю систему и отклонитесь от пути прямо или косвенно. Все случается по желанию Шри Кришны. И вот прямо или косвенно все случается по желанию Шри Кришны, который есть властелин всего мира и бесчисленных вселенных. Шрила Прабхупада говорит, когда наше желание, оно будет находиться в гармонии с желаниями Шри Кришны, то тогда и только тогда мы можем стать по-настоящему счастливыми. Когда наши желания будут совпадать с желанием Бхагавана Шри Кришны, то тогда и только тогда мы сможем стать по-настоящему счастливыми. И вот, когда наши желания придут в полную гармонию с желанием Шри Кришны, то тогда мы сможем стать по-настоящему счастливыми, иначе нет. Мы всегда молимся, ради какой-то благоприятной ситуации, чтобы она пришла в нашу жизнь. Мы привыкли молиться о чем-то. Это наша такая хроническая болезнь, что мы всегда молимся ради какой-то благоприятной ситуации, чтобы она случилась в нашей жизни, а мы часто не хотим какой-то противоположные ситуации, молимся о чем-то благоприятном, чтобы это пришло в нашу жизнь, но в жизни Кунти можно найти обратное. Кунти молится Верховному Господу: «О Кришна, пошли мне проблем и различные трудности пришли в мою жизнь». А почему? А потому что мы можем помнить тебя все время. В какой-то благоприятной ситуации обусловленная душа, она не может помнить Верховного Господа. Это почти невозможно. Так обусловленная душа не может помнить Верховного Господа. И поэтому я вернусь в седьмую часть Шримад Бхагаватам Махапураны, там Нарада Махарадж дает совет. Йотишир Махараджа, о царе.
Так или иначе, ты должен сконцентрироваться на лотосных стопах Шри Кришны. Но если вы будете концентрироваться, пытаться сконцентрироваться позитивно, то это невозможно для вас, обусловленная душа не может так сделать. И вот Нарада, он приводит такой прекрасный пример, о Махарадж. Когда ты попадаешь в какую-то негативную ситуацию, например, кто-то оскорбляет тебя, то обусловленная душа, она начинает помнить это, что кто-то вот оскорбил меня и так, и не может забыть и простить даже на минуту, что кто-то когда-то его оскорбил когда-то. И вот в этом случае такое непрерывное памятование происходит. И также Камса, он всегда помнил Кришну, но с негативной стороны, что Кришна может убить меня и так, и вот он все время думал и боялся. И так негативно думать о Кришне, хотя плохо, но все же он помнил. А позитивно о Кришне мы не можем думать, это практически невозможно. Может, какие-то возвышенные души могут это делать, но для обусловленной души это практически невозможно. И вот мы должны исправить свой ум с помощью баджана, и тогда мы сможем помнить Кришну непрерывно, позитивным образом. И вот Кунти молится Кришне: «Пожалуйста, помести меня в какие-то проблемы, непрерывные проблемы, чтобы я могла помнить всегда тебя». И также ты должен прийти к нам, и это наше преимущество. И вот мы всегда молимся, чтобы что-то хорошее пришло в нашу жизнь. И это главная болезнь, обусловленные души не могут найти никаких проблем, ошибок в себе. Обусловленные души не могут себе найти ошибок. Обусловленные души всегда заняты тем, что находят проблемы в других. И в этом главная болезнь обусловленных душ. Мы можем видеть эту сокровенную сиддханту, которая описана по милости Шрилы Прабхупады. И вот этот секрет баджана мы можем понять по милости Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Много раз я говорил, что видеть все позитивно, то есть благоприятным, видеть все благоприятным – это Вайкунтха Даршан, а видеть все неблагоприятным – это Майик Даршан, Даршан Майик. Если мы потеряем веру в нашу Гурвагу и в их Сиддханту, и вот я имею в виду Гаудиамат, Гаудиамиссию, Гурваргу. Если мы потеряем нашу веру в нашу Гурваргу и в Сиддханту, то тогда, несомненно, мы потеряемся навсегда. Почему вы говорите так, Махарадж? Не я говорю, а в Гите это описывается. Если у вас есть какое-то сомнение в момент вашей смерти, о Дхаме, Наме, Парикаре, Васиштхе, о настоящей Сампрадае, о Сиддханте, то тех саду с настоящей Сампрадае, то в этом большая проблема. И в Гите Бхагаван говорит сам Саятма Винашити. И вот, если мы потеряем нашу веру в Гурваргу и в их Сиддханту, то тогда, несомненно, мы потеряемся навсегда. Даже если мы сможем покрыть эту разницу,
с помощью какого-то шикшагуру, то тогда проблемы нету. А если это неверие останется у нас и сомнения останутся у нас в момент нашей смерти, то мы потеряемся. Даже в этом материальном мире мы можем видеть, что любая цивилизация, она иногда теряется, пропадает, если они перестают иметь веру в свою собственную культуру, собственную традицию, собственное наследие. И вот они теряют это, поскольку они теряют веру в свою парампару, в своих предшественников, в своих предков. И вот такие люди, они теряются. Много цивилизаций так уже погибло, мы знаем это из истории. Как майсорская, греческая, вавилонская цивилизация, все они закончили свое существование, конечно, если мы полностью преданы. Если я действительно Шаранагата, то тогда автоматически я получаю решение любой проблеме. Сиддханта Вичара или что-то связанное с Сампрадай, все это решается. И вот если мы стали Шаранагатой, то все проблемы они автоматически решатся. И если я смогу привести свое сердце в гармонии с силой Прабхупады или нашей Гурварги, через совершенное Шаранагати, то я тогда могу получить решение любой проблеме, связанной с Сампрадаем, Сампрадай и всем остальным. Если я могу привести свое сердце в гармонию с Шилой Прабхупадой, то тогда я пойму, что хотел сказать Шила Прабхупад. И вот это большая проблема для нас. Я могу несколько примеров привести. Через которые возможно для нас понять это главное. Относительно Сиддханта Вичара и служения. Шрила Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем относительно Сиддханта и Севы. Никогда. И в тот день я говорил, что идти на компромисс значит отставить что-то плохое и принять что-то... А то есть оставить хорошее и принять плохое от вашего противника, с кем вы идете на компромисс. И вот относительно Сиддханта и Севы. Шрила Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы. И также я хочу сказать относительно мягкости сердца. Сердце, насколько оно... Вот относительно мягкости сердца Шрилы Прабхупады мы не можем даже сравнить сердце Шрилы Прабхупады с маслом. Мы не можем сравнить, оно более мягкое. И в Нити Шастрах мы видим такие слова. Те, кто возвышенные личности, саду, если вы изучите их жизнь, вы увидите, что иногда они более тверды, чем молния, и иногда они могут показать, что их сердце, оно мягче, чем любого цветка. If you go through their life, you can find sometimes they are. Мы не можем сравнить сердце Шрилы Прабхупады даже с маслом, оно более мягко.
Но внешнее противоречие этих качеств может привести нас в замешательство, чтобы понять уникальную ачарьятву и уникальный характер и идеализм Шрилы Прабхупады. Я буду говорить об этом в дальнейшем, но сейчас я хочу прояснить очень важное. Один преданный из Швейцарии или другой страны какой-то, они хотели спросить, почему Шрила Прабхупада очень не жестоко, а тверд. Почему он говорит, что Гаудия Матха — это единственный путь к Богу? Почему он так говорит? И вот я должен ответить на это. Почему и как Шрила Прабхупада говорит так, что мы сомневаемся в Шриле Прабхупаде, может, он совершил какую-то ошибку, а мы правы. Кто-то думает таким образом, и вот в начале всего я сделал такое основание, я рассказал о том, как это возможно для меня, чтобы понять настроение Сиддханту Шрилы Прабхупады. Если я приведу мое сердце в гармонию с сердцем Шрилы Прабхупады, то тогда и тогда я могу понять, иначе бесчисленные вопросы могут возникнуть. И бесчисленные сомнения о Шриле Прабхупаде. И могут возникнуть какие-то ученики Шрилы Прабхупады, оставили его, они не смогли принять такую сиддханту и такую севу, которую являл Шрила Прабхупада. Вот они не смогли принять ее и ушли. И вот на полпути они пали. Так много случаев я могу рассказать. И вот сейчас я отвечу на это. Почему Шрила Прабхупад, он был вынужден говорить так? They couldn't accept. Ultimately, they couldn't accept the strict Siddhanta vichar and seva procedure. They couldn't accept. И вот если я могу сгармонизировать мое сердце с сердцем Шрилы Прабхупады, тогда я осознаю Сиддханту Шрилы Прабхупады. И вот я приведу несколько примеров, через которые вы поймете это, вы можете вспомнить, что во время Радха-ятры. Перед Джаганнатхом Шриман Махапрабху, он пел какой-то сокровенный киртан. Он явил какое-то сокровенное настроение Радхарани. И что это? Махапрабху танцевал и пел об этом, и плакал перед Джаганнатхом, говоря, это из Кавья Пракаша. И вот эта шлока из Кавья Пракаша, она очень важна, очень важна. Грандха — это книга. И вот те, кто изучает философию в этом, они должны изучить эту книгу также. И вот Махапрабху начал говорить. You know, MA class philosophy, they will have to read it. So, Mahaprabhu started speaking, Ya Kumar Haraha Sa Eva Hi Varastha Eva Chitrak Chapaste Chat Milito Malati Suravayo Koura Kadam Manta Sa Chaiva Smita Thakitatro Сироту вяпар лила видоу, рева родхоси, петоси, торутале четаха самонтан. Это из Кавья Пракаша. Оно являет какую-то материальную расу, но не для Махапрабху это было. Махапрабху его в читании Читамрити может шлоку найти. И вот Шрила Рупа Госвами Пад в тот год
Он был в Пурушоттам Даме, обычно Рупа Санатана, когда они шли в Пурушоттам Даму, они находились вместе с Намачарьей Харидас Такуром. Они думали о себе, что мы падшие души, у нас нет места. А нет права находиться рядом с Джаганнат Мандири и заходить туда. Они были настолько смиренны. И вот смирение – это ключ к Харибаджану, но мы очень часто гордимся. И вот Тринадапи Баба – это ключ к Харибаджану. И вот Шрила Рупа Госвамипад, он был в Баджан Кутире Харидас Такура в то время, и во время Радхаяты Рупа Госвамипад был там перед Махапрабху. Шрила Рупа Госвамипад, он смог осознать сердце Шримана Махапрабху, почему Махапрабху сказал так. Махапрабху, он хотел воспеть эту шлоку, но настроение, и он понял ему настроение Махапрабху, и вот согласно Рупе Госвамипаду, он был вынужден написать эту шлоку, чтобы изобразить. Эта шлока, она была подобна портрету, и вот он через эту шлоку описал все, что происходило. И Рупа Госвамипад также написал подобную шлоку, она тоже, из нее тоже можно четко, ясное значение получить. See, Rupa Goswami Pad was bound to write one sloka to portray the picture, very nice picture, coming out from the heart of Srimad Mahaprabhu through one sloka. Это умонастроение Радхарани. Радхарани говорит в Курукшетре. Very nice sloka. It's also clear meaning you can get. И вот когда все в Раджавасе они пришли, чтобы встретиться с Кришной на Курукшетре, и в этом случае Кришна пришел, чтобы встретиться с Радхарани. Радхарани начала плакать и говорить вот эту шлоку. When all were Bhajavasis and Krishna coming from Dwarka, all Dwarka Vasi and here from Vrindavan, all Bhajavasis, they are going to meet Krishna in Kurukshetra. In that case, when Krishna came to meet Radharani, ultimately Radharani started crying and speaking. О, Саки, тот же Кришна, он здесь. Кришна находится здесь передо мной. Я та же Радхика. И мы встретились на Курукшетре. Same Krishna is there standing in front of me, and I am same Radhika, Radha, and we. И мы очень счастливы, но все же мой ум. And the Sangama Sukh. Он хочет отправиться во Вриндаван, в уединенное место на берегу Ямуны. But still, my mind like to go back to this Vrindavan, very solitary place at the bank of Yamuna. Kalindi Pulino Bipinayos Prihati. I cannot, you know, forget. Again and again I like to go back to that solitary part of Vrindavan, very core part of Vrindavan, where we have the scope to hear the Muralina. И вот я надеюсь, что когда мы вернемся во Вриндаван, и вот в этой Чайтанья Чаритамрите описывается, Радхарани плачет и говорит, что если ты сможешь взять меня во Вриндаван, то тогда мы поймем, что ты пролил на нас свою полную милость.
If you can go back, if we can take you to Vrindavan, then we can. И вот она произнесла эту шлоку. More mon Vrindavan. Для других людей их умы, то, что в их сердце и на языке, это разные вещи. Это не находится в гармонии, но для настоящего саду саралата просто сердечие, это просто говорить то, что он думает, это естественно, у них нет никакого лицемерия. И вот когда Радхарани говорит, for other people, anir hidaye mon. И вот для других людей то, что в их уме, и то есть имеется в виду то, что они, обычно люди говорят не то, что они думают, а для Радхарани это не так, она, у нее все едино. Ее ум есть Вриндаван, и она говорит то, что она думает, и в ее сердце нет ничего, кроме Вриндавана. Вриндаван — это мое сердце. Мой ум и сердце, они не отличны друг от друга, оно все едино. И там, Радхарани говорит, then we can think it is your full kripa, otherwise not. Here all elephant and horse, oh, so many crowded place, no solitary place to exchange love affair with you. Если вы secret love affair, so увидим твои лотосные стопы там, опять во Вриндаване, то тогда мы сможем, мы тогда подумаем, что мы действительно, мы обрели твою полную милость, иначе нет. Здесь много всяких лошадей, слонов и прочих животных. Это, то есть это неподходящее место, чтобы иметь, чтобы быть с тобой. Лучше давай вернемся во Вриндаван. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами описывает умонастроение Радхарани. Прияха свайам Кришнаха сахачари курукшатта милито статха хамса радха тадидам убхайо сангама сухам татхапи антаха хелат мадуро мурули панчама джуше. И тогда мы, если ты пойдешь с нами во Вриндаван, то тогда мы на берег Ямуны, тогда мы поймем, что ты пролил на нас свою полную милость. И тот же Вриндаван, та же Ямуна. Writer wanted to write represent the love affair of one material lady, beloved lady. But when вот Саки, что говорить, тот же Кришна, та же Радхика, но я не чувствую того великолепия, которое было там во Вриндаване. And this Basanta spring is there. Very nice, all garden, very malati. Вот вроде бы то же самое, но не совсем. В ковре Пракаша. В общем, какой-то автор описывает чувство двух возлюбленных, двух людей, которые любят друг друга, но это совершенно не то. Махапрабху, когда думает о настроении Радхарани, каково состояние Радхарани. So a devotee can feel all favorable. All the time, if I go on speaking about, you know, Mahaprabhu, Purushottam Dham, you can go mad. Each and every fraction of second, Mahaprabhu thinking. И вот там описывается, насколько хороша природа, настолько прекрасно цветут цветы и они очень ароматные, это,
И это подчеркивает наши чувства, эти распускающиеся цветы, они подчеркивают остроту чувств, взаимных чувств Кришны и Радхарани. И вот преданные, они все должны чувствовать благоприятным все время, если я буду говорить о Махапрабху. О Пурушоттамдхаме вы будете удивлены каждую часть секунды. Махапрабху, он думал о Кришне. Rooftop means some gapping is there. It is not in a concrete building. Some straw and everything. It is there is a rooftop. И вот Махапрабху всегда с настроением Радхарани, он искал Кришну. А почему я произнес вот эти две шлоки? Поскольку только и только Рупа Госвами мог осознать сердце Шримана Махапрабху. И вот он был вынужден написать эти две шлоки, чтобы буквально создать портрет сердца Махапрабху. И вот Рупа Госвамипад, чтобы описать состояние его сердца, Рупа Госвамипад написал эти две шлоки и положил куда-то наверх, не на крышу, а в общем куда-то там, что вместо крыши было. И вот Махапрабху, он написал на пальмовом листе и положил туда. И потом однажды Шриман Махапрабху, когда пошел встретиться с Харидас Такуром и с Рупа Госвами, and started asking to Sarup Gosai, "Ho Sarup, и вот Махапрабху пошел и увидел прекрасную шлоку. Она лежала на этой крыше, и вот там это было написано Рупа Госвами. Шриман Махапрабху начал читать эту шлоку с великолепным чувством. О Рай Махасу, я имею в виду Рай Рамананда и Сарубда Мадарани тоже были там в то время. И вот Шриман Махапрабху, он был очень счастлив, очень доволен, прочтя эту шлоку. Он был восхищен этой шлокой, которую написал Рупа Госвами, и начал спрашивать Сварупа: «О Сваруп Госай, как это возможно для Рупы понять мое сердце?» И почувствовать мое сердце. И тогда лучи из Гаудия Веданта Ачарьи всея Гаудия Сампрадая Вайдантика Ачарья Шри Сварупа Госай, он ответил: «О Прабху, это возможно потому, что он получил твою полную милость. Это только возможно потому, что он получил твою полную милость. И поэтому это возможно для Рупы понять, осознать твое сердце, иначе это невозможно ни для кого. И вот он может легко осознать твое сердце, и поэтому он мог осознать твое сердце. И он описал твое сердце в этих стихах. И вот таким образом мы можем осознать любую сиддханту Шрилы Прабхупады. Если мы, наше сердце не находится в полной гармонии с сиддхантой и наставлениями Шрилы Прабхупады, если наше сердце не находится в гармонии с гармонией сердца, с сердцем Шрилы Прабхупады, тогда мы не сможем понять, может, пока мы не пришли в гармонию с сердцем Шрилы Прабхупады, мы не можем понять то, что хочет сказать Шрила Прабхупада. Может, мы находим какую-то запутанность или сомнение, может, у вас возникают. Но сейчас я хочу прояснить,
то почему Шрила Прабхупада сказал, что Гаудия Матха – это единственный путь к Богу? Почему Шрила Прабхупада сказал так? Вначале всего я хочу вернуться туда, где Шрила Прабхупада был вынужден ответить. Это в Дели было в то время. Гаудия Матха – это единственный путь к Богу. И вот однажды, будучи спрошенным каким-то молодым человеком в Дели, почему вы заявляете, что Шри Гаудия Матха – это единственный путь к Богу, почему вы так говорите? Разве других путей нет? Зачем вы провозглашаете так? Разве нет вообще никакого другого пути, кроме Гаудия Матха? Пытайтесь понять ответ Шрилы Прабхупады, что он ответил Шрилы Прабхупады. Великий основатель Шри Чайтанья Матха и его всех мировых ответвлений. И вот Шрила Прабхупада, основатель всемирового Гаудия Матха, ответил этому молодому человеку: «Думаешь ли ты, что есть какой-то другой путь, ведущий к Богу, кроме общения с теми, кого сам Господь выбрал для своего особого служения? Пытайтесь вспомнить и понять, слушайте снова и снова». Ответ данный Шрилы Прабхупады, я повторяю его: «Думаете ли вы, что есть какой-то иной путь, ведущий к Богу, кроме общения с теми, кого сам Господь выбрал для его особого служения?» И вот сейчас я хочу важное сказать. И вот это то, что сказал Шрила Прабхупада, это о что общение с посланниками Господа, которые выбраны самим Господом для исполнения особого служения. И вот Шрила Прабхупада сказал, что общение с участниками Гаудия Миссии, то есть теми, кого выбрал Верховный Господь для своего особого служения, будьте внимательны. И вот те, кто посвятили себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады, пытайтесь понять. И те, кто посвятили себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады для того, чтобы воплощать желания Шримана Махапрабху, они все не те паршады Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Джана Бутале Кена Бутале Кем. Все наши гуруварги, включая Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура. И вот те, кто посвятили себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады, чтобы понять, помочь воплотить желание сердца Махапрабху, они все нити паршады Шрилы Прабхупады. Не каждый, а вот именно те, кто помогали ему воплощать желание сердца Махапрабху. Если каждый будет заявлять о том, что он нити паршад, это невозможно. Шрила Прабхупада пришел сюда, в этот мир, и ушел, ничего не сделав, то это глупо. Если мы будем заявлять, то есть... И вот не каждый может заявлять, что он нити паршат, как мы можем понять, что кто нити паршат, а кто нет. То есть если кто-то утверждает, что все нити паршаты, то это значит, что Шрила Прабхупада никого не спас. Но это не так.
И вот Махарадж уже отвечал, те, кто, те, чье сердце, те, кто полностью посвятивший себя души, то, чье сердце находится в гармонии с Шрилой Прабхупадой, сердцем Шрилы Прабхупады, те, кто всегда помогали Шриле Прабхупаде воплощать желание сердца Шримана Махапрабху. И вот они все не те паршады Шримана Махапрабху, те, кто воплощали в жизнь желание сердца Махапрабху. И вот говорится, Шрила Прабхупад, он принял саньясу, действовал как ачарья, чтобы спасти обусловленных душ. И те, кто пришли, и те, кто вечные спутники Шримана Махапрабху, они тоже спутники Махапрабху, несомненно. Особенно я говорю о них. И вот Шрила Прабхупад сказал о них. Это они избранные посланники Господа, которых послал сам Шриман Махапрабху. И когда в тот день я сказал, что Шрила Прабхупад, он говорил с Гималаев до Канья-Кумари, до самой южной точки Индии я путешествовал, но я не нашел ни одной дживатмы, которая была заинтересована слушать сокровенную сиддханту и совершать баджан. Таким образом, я не смог найти их, но это не значит, что Шрила Прабхупад говорит только о своих вечных спутниках. Нет, Шрила Прабхупад говорит о новых дживатмах, что он нового никого не нашел. Шрила Прабхупад был вынужден говорить, что это причина, по которой я пришел в этот материальный мир, чтобы говорить о секретах Харибаджана. Я не мог сказать об этом, поскольку последнюю часть жизни я был занят какими-то другими вещами и не мог говорить об этих возвышенных вещах, ради которых я пришел. Кто может понять сердце Шрилы Прабхупады? И вот Шрила Прабхупад говорит о нитья парсадах. Те, кто выбраны Верховным Господом. И вот у них Шрила Прабхупад сказал, как я могу, и поэтому как я могу отказаться от уникальной сиддханты Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит, все мои вечные спутники, они пришли со мной, они избраны Верховным Господом, и в этом случае, как я могу избавиться от сиддханты Шрилы Прабхупады, как я могу сказать, что они все бесполезны. И только я один полезен в проповеди, как мы можем говорить так о других. Если я говорю так, то это доказывает, что мы обусловленная душа, полная зависти. И вот поэтому мы не можем говорить так. И другое важное, мы должны осознать то, что Шри Гаудия Матха — это не как какие-то другие матхи, миссии. Пытайтесь осознать это. И вот еще важное, я хочу сказать, что мы должны осознать то, что Шри Гауди Матх, Гауди Миссия, это не какая-то другая, это она не похожа на какую-то другую миссию.
Гаудия Матха находится на Галоке в Шветадвипе. Будьте уверены, я обещаю, это Сиддханта Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада говорит, Чайтанья Матха – это изначальный источник читания полного сознания. И вот Шри Чайтанья Матха, он не отличен от Шри Чайтанья Дева. Шри Чайтанья Матха – это не конструкция из кирпичей, цемента и из прочих материалов, нет. Вчера я говорил, что находиться в Шри Чайтанья Матхе, находиться с Гурудевом, с Шрилой Прабхупадой, значит находиться, жить, находиться вместе с Сиддхантой Шрилой Прабхупадой, жить в Шри Чайтанья Матхе, значит жить с идеализмом, который показан Шрилой Прабхупадой в этом Шри Чайтанья Матхе. Шри Чайтанья Матха – это не какая-то конструкция из цемента и кирпичей. Вот Шри Чайтанья Матха, он не отличен от Шри Чайтанья Дева. Шри Чайтанья Матха – это олицетворение самого Шри Чайтанья Махапрабху, его адхиштхан, полное его проявление, а кто что делает сейчас, какие-то глупые люди в Шри Чайтанья Матхе, я не заинтересован в этом, они не находятся внутри Шри Чайтанья Матха, они в какой-то этом, сети майя. И вот обычные люди, они не прикасаются к даме даже. Дама находится на каком-то великолепном, трансцендентном уровне. Кто-то может видеть в Майпуре какие-то отели, какие-то торговцы какие-то и прочее, но нет. Эти вечные саду, они могут жить во Вриндаване. И о Гаур-Кишордас Бабаджи Махараджа было описано Гаура и Враджа. В одной сварупе Гаур-Кишордас Бабаджи Махарадж в Навадвипе живет, а в другой сварупе во Вриндаване. Он Гуна-Манджари и вот, то есть он с одной из... В одном образе он Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж, а в другом Гуна Манджари. И вот Гаура Враджа Абеда. И вот Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он может осознать, что Враджа Дама и Шветадвип, Вриндаван, они не отличны, что это скрытый Вриндаван. И вот Шри Чайтанья Матха, он не отличен от Чайтанья Дева. Гаудия Матха, это не как какие-то другие организации и миссии. Гаудия Матха, он вечно присутствует на Галоке, в Шветадвипе, он призван Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром. Он явился по их зову в этом материальном мире. И такова Сиддханта, все божества, которые установлены Шрилой Прабхупадой. И вот и наши, и те, которые установлены наши гурвагой, они полны жизни. И в любой храм, если вы зайдете, вы увидите, что это не божества, это они, эти виграхи, они не отличны от Кришны, как Бхагаватам Сакшат Кришна Эвахи, эти божества в различных Гаудия Матхах, основанные Шрилой Прабхупадой и наши Гурвагой, они полны жизни, они сам Кришна, не какие-то идолы, а сам Кришна. И вот Виграха,
И как я могу говорить кому-то, чтобы вы не ходили ни в какие Гауди Матхи и не кланялись никаким божествам Гауди Матхи и не принимали никакой просад и не участвовали ни в какой харикатхе? Почему? А поскольку если кто-то будет участвовать во всем этом, то он поймет, что есть что. И в этом проблема, и кто-то боится этого. Если вы придете в Гауди Матхи и будете слушать настоящую харикатху, то все бесы уйдут с вашего ума, и вы обнаружите, что такое Гауди Матхи. Вы увидите, каково настоящее учение Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. Вы поймете, что вы были обмануты кем-то. И тогда вы обнаружите, что есть что. А если вы не придете в Гауди Матхи, то никогда не за какие бесчисленные жизни вы не обретете бхакти и не достигнете цели вашей духовной жизни. Я могу привести пример, через который я покажу вам, что божества, установленные Шрилой Прабхупадой или по наставлению Шрилы Прабхупады, они все Сакшат Кришна, Сакшат Кришна Эвахи. И вот еще примеры могу привести, и вы удивитесь, слыша это. Это мое сокровище. И вот я слышал это от Гуру Варги, и я... И вот то, что услышал от Гуру Варги, я сохранил это, и... И я слушал то, что они говорили, пытался осознать это Гурдев и Гуру Варга. Я никогда не ненавидел никакую Гурваргу, но те, кто выступает против Гурварги, я не могу простить их, и Махапрабху не может простить. И те, кто критикует вайшнавов, я не хочу видеть их лица. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. И Бхактивинода Тхакура пишет в киртане Вайшнава Чаритра. Оно все трансцендентно, апракрита. Но если кто-то из зависти критикует Гуру Вайшнава, то Бхактивинода Тхакура говорит, я не хочу говорить с ними, не хочу видеть его лицо, я хочу молчать, поскольку говорить с такими людьми или изучать что-то из того, что они написали, это очень опасно, может стать причиной нашего падения, поэтому я лучше буду молчать и не иметь никакой связи. А какие-то материалисты могут найти какие-то достоинства в таких недостойных людях. Если кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов и не имеет должного почтения к ним, то я могу показать, что все достижения такого человека, они равны нулю. Настоящий вайшнав никогда не будет критиковать другого вайшнава, и это невозможно. Я сейчас приведу пример, как Шрила Прабхупада основал Гауди Матхи в различных местах. Основать Гауди Матхи, чтобы утвердить Гауди Матхи, мы не можем это сделать с помощью каких-то материалистов. И Шрила Прабхупада говорил, с помощью пожертвований, которые даны какими-то материалистами, вишоями. Это невозможно для нас основать Гауди Матхи.
Гаудия Мадхон трансцендентен, он может снизойти только по зову Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура или Гуру Варги в различной форме, как Баладев, он является в различной форме Гуру Варги, и также Гаудия Мадхон, Чайтанья Махапрабху в различных формах, они смогут снизойти, чтобы принять служение от нас в форме Гаудия Мадхон, они проявятся. Баявьюха, как-то так, проявление. И вот изначально Сичитанья Матхи и Гаудия Матхи, они один едины, не отличны друг от друга, нет никакой политики насчет этого. Если кто-то будет заниматься политикой, хочу отказаться от такого человека, и вот несколько примеров я приведу. И вот Сарбоги Васами, когда был основан Матх, Шрила Прабхупад отправился туда. И тысячи людей пришли туда, чтобы встретить Шрилу Прабхупаду. И вот была процессия на слонах. Они посадили Шрилу Прабхупаду на слона и довезли так до Матха. Тысячи людей и шли, кричали «Хари Кришна, Гоу Хари Бол». Они воспевали день и ночь, непрерывный киртан происходил. И на следующий день была процедура Виграха Пратишхи. И вот и правило таково, что перед тем, как основывать какой-то храм, нужно призвать Ананта Дева. И если какой-то материалист призовет Ананта Дева, то Ананта Дев не придет. Если Шрила Пури Госвами Махарадж или Бхактир Хакшидада Госвами Махарадж, великие саду, вечные спутники Шрилы Прабхупады, если они призовут Ананта Дева, то тогда Ананта Дев может снизойти и проявиться, как основа Гаудия Матха. Если Ананта Дева нету, то тогда этот хмандир бесполезен. Он мертв, в нем нет жизни. И после этого, на следующий день, Шрила Бхактивинода Тхакура, в то время не было Бхактивинода Тхакура, уже он оставил в 1914 году этот мир, это, или за 10 до этого было, и вот в Сарбоге, где Шрила Прабхупад, он призывал божества, то первое, Шрила Прабхупад сказал Рамананди Прабху, это Сиддхартха Госвами Махарадж, имя Брахмачари такое было, и вот сказал, что иди и подготовь все для Виграха Пратишхи, и позовешь меня, я все закончу. И вот все было готово. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж помыл божества и вот после, вот это, после того, как этих божеств в мастерскую привезли, их омыли, Шридхар Махарадж омыл, это не абхишека было, просто омовение, но смотрите, любой возвышенный саду. Если он устанавливает какие-то божества или даже заказывает какую-то мастерскую какие-то божества, то Сиддханта Гаудия Матхи такова, что Виграхана Свапракаш сама проявлена, и только по милости этого саду этот скульптор в Джайпуре, например, когда он лепит эту скульптуру божества, то эта Виграха, она уже проявляется в сердце. То смотрите, Виграха сначала проявляется в сердце Махаджана, великой души, то потом она переходит в эту Виграху. Но сначала она является внутри сердца Вайшнава. Такова Сиддханта. Я могу много примеров привести. Когда Шрила Джанардан Госвами Махарадж, он привез божество Виграху Шрилы Прабхупады,
с Джайпура, он в Каракуре жил, он вечный спутник Шрилы Прабхупады, и вот и он в этом в преемственности Рарамананды находится. И вот как только он вошел в храм, Махарадж начал плакать: «Откройте, откройте эту коробку с божеством, быстро, быстро». Шрила Прабхупада задыхается. И вот когда Вигаха была открыта, извлечена из этой татары, и вот после того, как ее помыли, и Джанананда Госвами Махарадж начал совершать арати и абхишек, и все были удивлены. Но это была совершенно седанта по милости Шрилы Прабхупады. Он почувствовал, что это не божество, а сам Шрила Прабхупад. И поэтому он начал совершать арати. И это такое сокровенное чувство возвышенного вайшнава. И вот сейчас я вернусь к тому случаю в Ассаме. И вот Рарамананда Прабху, он все сделал, ну, кроме последней части. И вот он омыл эту виграху, одел, и Шрилада Госвами Махарадж из-за своей любви он предложил гирлянду этой виграхе Радха Говинде и ушел. И вот он ушел позвать Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупад пришел. И вот он, когда зашел в алтарную, и Шрила Прабхупад, открыв дверь только, он сказал, что делать. Что еще нужно делать? Все уже установлено. И что действительно так, Шрила Прабхупад, он почувствовал, увидел, что прана, жизнь, что такое инсталляция божеств, это призывание жизни в эти божества. Кришна является в этих божествах, чтобы принимать служение от нас, виграха, для того, чтобы дать нам ануграху. И вот ради этого Кришна является формой божеств. И вот Шрила Прабхупад сказал, все уже сделано, что еще делать? Виграха уже, виграха пратиштха уже осуществилась. Больше ничего не нужно делать. Шрила Прабхупад поклонился и с таким заключением ушел. И действительно, Шрила Прабхупад увидел, что из-за любви Рамананды Прабху, Шридхары Госвами Махараджа, великого саду Кришна уже вошел в эти божества. Кришна, Радхарани, Махапрабху, они все явились в этих божествах и сели на их соответствующие места в алтаре в форме божеств. И другой случай могу рассказать. Шрила Прабхупад говорил харикатху в Даке. Какой-то преданный пришел к Шриле Прабхупаде, плакал, молился и просил Шрилу Прабхупаду, чтобы он пришел к ним домой, вот в Джиланбаре, 5 минут пешком всего. Если вы придете к нам домой, мы хотим божество установить. А Шрила Прабхупад сказал: смотрите, нет времени у меня. Когда к вам, некогда к вам идти, вот день за днем этот человек приходил и просил Шрилу Прабхупаду. Кришнананда Махарадж впоследствии он стал.
И вот Шраван Госвами Махарадж и Кришнанда Махарадж, они друзьями были. Один был аллопатическим доктором, а этот Кришнанда Махарадж гомеопатическим. И вот в то время Махараджем не был еще, но молил Шрилу Прабхупаду прийти, пролить милость на них. И вот однажды Шрила Прабхупада сказал: ну хорошо, смотрите, времени у меня нету к вам ходить, давайте принесите свою виграху. И тогда этот преданный обрадовался и перед и принес эту виграху Гуранге. Шрила Прабхупада закрыл глаза, взял листок туласи и предложил лотосным стопам Гуранге и цветы, и пару цветочков. Заняло всего лишь 2 минуты, и Шрила Прабхупада сказал: ну все, иди, установили божество. Вы не можете поверить, поскольку у вас какое-то материальное представление, и действительно так. Виграхана была уже установлена Шрилой Прабхупадой, и вот вы не должны сомневаться ни о каких божествах, которые установлены в любом Гаудия-матхе. Если как демоны, вы не можете говорить так. И вот сейчас, что я хочу? Я хочу вернуться к главному. Что это за главное? Очень важное. Арадда Бхагавана Бхаджастанаю Стаддам Виндаванам Рамна Качиду Пасана Бхаджабаду Барги Наджахарки. И вот сейчас я буду говорить о главной теме, что Гаудия Матха – это единственный путь к Богу. И вот смотрите, знаете ли вы сокровенную суть Гаудия Бхаджан, какого же главный девиз Гаудия Матха? Что делать, как делать, какова процедура? Вы можете вспомнить главное шлока. According to the heart of Mahaprabhu, Sinath Ji Maharaj. Чтобы понять суть Гаудия Сампрадая, много раз я говорил, вот план, конспект, программа Гаудия Матха. Вот это шлока Радхи Бхагаван. We are going to worship only Nandanandan Krishna, Brajesastanaya Staddhama Vindavana. Be careful. That is the topmost secret Siddhanta. It is actually syllabus. It is syllabus of Gaudiya, you know, bhajan. So Araddha Bhagavana Brajesastanaya Staddhama Vindavana, Vindavan, Vindavan, Krishna with full troops and together with Vindavan is we are going to worship. And how? The procedure shown by Gopikas, Radharani and all Gopikas. И вот согласно сердцу Махапрабху, Синатхиджи Махарадж, он вынужден был написать эту шлоку, это о том, что имел в виду сам Махапрабху. Мы не поклоняемся Махараджи Кришне, мы не поклоняемся Дваракадиш Кришне. Мы поклоняемся только Нанданандана Кришну, Кришне, вот этому Враджендранандану. Это сокровенная сиддханта, это программа, это план Гаудия Бхаджана. И вот Аратья Бхагаван, Вриндаван Кришна с полной, всеми своими спутниками. Мы поклоняемся Кришне, тому Враджендранандану с его спутниками. А как? Так, как показали Радхарани и все гопи, он Верховный Господь.
И вот Гаудия Сампрадая всегда занята с Враджендра Нанданом, поклонением Враджендра Нандане. И вот Гаудия Сампрадая, она занята поклонением Враджендра Нандана. Они ищут всегда Враджендра Нандана. Ганна Сьяма. Во Вриндаване, когда Кришну теряют, они из раса лилы, то все гопи, они ищут Кришну через весь Вриндаван. Где же ты, о Кришна, пожалуйста, приди. This is the procedure shown by Rupa Goswami Pada. That kind of excellency, that kind of excellent seva, all Gopis. И вот Враджа Гопи, они на Враджавасе поют так. О, Ганашьяма, где же ты? Мы оставим наше тело, это настроение Гауди Сампрадай. Не все могут понять, почему Шрила Прабхупада сказал так. И сейчас я делаю заключение. Первое, Гаудимат, они показывают, Гаудимат показывает настроение Радхарани, как Рупа Госвами Пад в этой шлоке. Это процедура, показанная Рупой Госвами Падой. Это великолепное служение, которое совершают участники Гауди Матха, вечные спутники Шрилы Прабхупады и Шримана Махапрабху. Они хотят служить Радха Говинде Гора Хари таким образом. И вот в этом это настроение Сарасват Гауди Сампрадай. Гауди Сампрадай к саду всегда следует наставлению Шримати Радхарани. Они не находятся в группе Чандравали. Они не находятся в группе Чандравали, смотрите, пытайтесь понять Рагунатха Даса Госвами. Он, смотрите, ел раз в несколько дней из какого-то листа гула, лист какого-то растения. И вот, в общем, когда йогурт делают, там остается эта сыворотка, вот он ее ел. И вот однажды Рагунатха Дас Госвами, ему принесли это в большом листе. И я спросил, где же этот лист взяли? В Раджавасе сказали, вот саки стали. Он разгивался, сказал, выкидывайте, не хочу прикасаться к этому, поскольку это саки стали, это было место Чандравали. И Рагунатха Дас Госвами отвергнул даже свою еду, даже потому, что она была в листе с места Чандравали. И вот и как же прочувствовать чувство Шрилы Прабхупады, кто-то сомневается, у кого-то еще что-то, какое-то недоверие. И вот Гаудия преданные, я имею в виду участники Гауди Матха, которые следуют Радхарани, они совершают служение под руководством Рупа Манджари, Ананга Манджари, Радхарани. И вот Чандравали не может обрести Шри Кришну полностью. Кришна Прапти. Обрести Кришну полностью, совсем полностью. Для этого нужно прийти в Гауди Матх, иначе мы не сможем понять. И я расскажу вам Чандравали. Она не может обрести Кришну полностью без остатка. В то время как мы, Гауди, благодаря огромной любви, мы можем заслужить Кришну в качестве своей собственности. Благодаря огромной любви мы можем сказать, что Кришна, Он только наш. Поскольку мы в группе Радхарани, а ум настроения Чандравали каково?
Чандравали настроение, она думает, что она Кришны. И вот она думает, что она Кришны, она принадлежит Кришне, но Радхарани думает по-другому, что Кришна мой, что это мой Кришна. А Чандравали думает, что она принадлежит Кришне, а Радхарани думает, что Кришна принадлежит ей. И вот эта бава, она настолько великолепна, что Радхарани, она может купить Кришну полностью. Кто может полностью получить Кришну, это Радхарани, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур. Но те, кто критикует Гаудия Матха, они не могут обрести Кришну. Не то, что купить Кришну, они баджан не смогут свой завершить, просто падают на пути из-за того, что критикуют Гаудия Миссию и ее участников. Я говорю так, так происходит на 100% и в этом Сиддханта. И вот ума настроение Радхарани, это мой Кришна. И вот, а вот это снеха, Чандравали Грита снеха, такое. И вот эта снеха Чандравали, она похожа на ги, на топленое масло, но снеха чувства Радхарани, она подобна меду Мадхур снеха. И вот вы можете осознать разницу топлёное масло и ги. Если вы чисто ги найдете, то ги само по себе не безвкусно, можно сказать. Если мы смешаем это ги с маслом или еще с чем-то, то вкус ги, оно проявляется больше. А просто если ги есть без ничего, то вкуса такого нету, как в его смешении с чем-то, но сам мед по себе он вкусен, его не нужно мешать с чем-то. А если будете с чем-то смешивать, то он, его вкус больше раскроется. Но и мед сам по себе достаточно вкусен, в сравнении с ги он не идет. И мы Сарасват Гауди Сампрадая под уникальным руководством Радхарани и Шрилы Прабхупады мы достойны находиться в группе Шримати Радхарани. Вся наша Гаудия Гурварга, вечные спутники Шрилы Прабхупады, они приходят с лотосных стоп Радхарани. Будьте осторожны. Они все выбраны Радхарани, чтобы исполнить какое-то особое служение, и поэтому Шрила Прабхупад был вынужден сказать так, и вот Шрила Прабхупад сказал поэтому так, что... И вот... Все бесчисленные сампрадаи, Рамануджа сампрадай, Мадхачарджа сампрадай, Нимбарка сампрадай, Вишну сампрадай, все сампрадай, они можно найти в этом материальном мире, включая четыре авторитетные сампрадаи, они найти. И все, и вот есть четыре авторитетных сампрадаи, они... И you'll have to come and beg for kripa from Chaitanya Mahaprabhu. Why? Now somebody can put some argument, Maharaj, Billa Mangal Thakur. И вот, в общем, и вот авторитетные это Рамануджа, Нимбарка, Вишну с вами и Мадхвачарья Сампрадая. Вот это четыре авторитетных сампрадая. Если мы будем следовать им, то мы получим какой-то результат. А если полностью будем следовать, то получим наивысшую цель этих сампрадая. Но если вы хотите достичь безупречного, несравненного успеха в Кришна-бхаджане, то вы должны присоединиться к Гаудия-миссии. Вы должны прийти и
просить о милости Шри Чайтанья Махапрабху и Чайтанья Мат. Кто-то может рассказать, что Билла Мангал Такур в то время не было Гауди Матхи, как он достиг успеха. И вот Билла Мангал Такур давно пришел в этот материальный мир, но все же в то же время внутри его сердца в то время Махапрабху в своей золотой форме он явился уже в его сердце, поскольку без Гуранги Махапрабху это невозможно ни для кого явить такое уникальное настроение, которое явлено Билла Мангал Такуром. И вот наша Гурварга говорит, может, Билла Мангал Такур он явился, но все же нитья прошат. И вот в сердце Билла Мангал Такура Мадавенды Пурипада уже Шри Чайтанья Махапрабху явился. В четыре сампрадаи они пришли в Навадвипу, чтобы обрести великую милость в Дамахатме. Бхактивинода Такур говорит, и вот все четыре ачарьи, И вот я прошу вас сначала возвыситься до нейтральной платформы, и будучи на этом нейтральном уровне, вы увидите, что вся Сиданта, Вичар и Сева, других сампрадай и вообще все остальное, оно не сравнится с Севой Радхарани. Может, Мадхвачарья что-то делает, это, конечно, хорошо, но они не могут доказать их, что они могут достичь Радхарани, они могут до какого-то уровня подняться, они проповедуют до какого-то определенного уровня, совершают служение до туда, но не могут доказать, что они настолько же великолепны, как и Радхарани. И вот если вы возвыситесь на нейтральный уровень, то тогда вы увидите, что вся Сиданта, все сампрадаи, включая четыре авторитетных вайшнавских сампрадаи, вы обнаружите, что их Сиданта, Вичара и Сева, настроение служения, они не могут сравниться с настроением Шримати Радхарани. Что я хочу сказать? Что только в Гауди Матхе мы можем найти это великолепие, только здесь. И также, если мы не смотрите, если мы успеха не достигаем или не достигаем такой чистоты, которая есть в Гауди Матхе, но также все различные осквернения кармой, гьяной, йогой и вот так или иначе мы можем бы, в общем, оскверниться кармой, гьяной, йогой, может, могут у нас это может быть в процедуре вот других видов баджана быть. Может частично, может как-то частично, но не полностью. Мы не можем. И вот. Различные, в общем, оскорбления кармы, гьяной, йогой могут быть, может, частично, не полностью, но в тонкой форме, если мы хотим
приблизиться к научно, то мы вынуждены признать, что Шрила Прабхупад, он говорит правильно. Кроме Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, если мы, вы показываете хоть одну личность, кроме Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, если вы покажете хотя бы единого человека, кто бы был подобен им, я готов оставить свою одежду саньяси. Но нет никого во всех мирах, что кроме Гауди Мисси и Гауди Матха и Бхактивинода Такура, только от них мы можем получить такую великую привилегию. И еще я хочу привести пример с Лилы Шримана Махапрабху. Каково умонастроение Шримана Махапрабху, можно вспомнить давно, когда Махапрабху отправился во Вриндаван. И вот можете вспомнить, возвращаясь, Махапрабху, он пошел в Аллахабад. И тогда, после того, как он пересек эту реку, слияние трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати. И вот и поскольку его пригласили, Валабхачари пригласил его, Валабхата точнее, и вот в этот Валабхачари он пригласил Махапрабху в Райграм, в свой дом. Махапрабху пришел, чтобы выразить ему почтение, и там Анупам и Рупа Госвами Пат, они тоже были там, на той лодке. И вот эта лодка переплыла реку, они дошли до Райграма этого, и там прекрасный преданный браман, его звали Упадья какой-то. И вот они, они поклонились Махапрабху, и он начал, Махапрабху начал говорить с ним о баджане. И Махапрабху, перед Махапрабху, этот Рагхупати Упадья говорит, Махапрабху спросил, кому же ты хочешь поклоняться? И Рагхупати Упадьяй, он улыбнулся и сказал, «Срутим апаре». Somebody can go through Shruti, Veda, Vedanta, somebody can go through Sriti, Puranadi, everything. Somebody can take the trouble to go through Mahabharatam to cut the fear, panic of this material world. И вот таким образом Махапрабху был очень счастлив слышать это, и Махапрабху сказал, хорошо, я знаю, что ты имеешь в виду, это Кришна Бхаджан, кто-то может изучать Шрути, Веды, Веданту, кто-то может изучать, смотрите, Пураны и прочее, кто-то может Махабхарату изучать, чтобы избавиться от страха, от паники перед этим материальным миром, и пускай они делают это, кто-то следует Махабхарате, но я решил, я принял уникальное решение поклоняться только Нандананду Шри Кришне. Я хочу поклоняться тому Нанда Махараджу, поскольку в его дворе мы можем найти этот Парабрахма Кришна, играет как какой-то обычный человек, как материальный ребенок. И я принял такое решение поклоняться только ему, и Махапрабху спрашивал у него, у Сиданти, и тот отвечал, он спрашивал Кришна, Нанданадан Кришна, это Матурадиш Кришна, Дваркадиш Кришна, и Дама, и Матхура, имеется в виду Матхура, вот это город Матхуры, он отдельный сейчас, а вообще это было в Матхура Дамахатме,
Это в Вриндаванской области было. И вот кому же ты хочешь поклоняться? И каково же самая чарующая форма Господа? И вот Рагхупати Упадхьяй ответил, Шаям Эва Парамрупам, я хочу поклоняться Кришне в Шьямарупе в таком подростковом возрасте 16 лет. Этому Кришне я хочу поклоняться. Он всегда в таком игривом настроении играет на флейте, играет с гопи, с коровами. И я хочу поклоняться этому Кришне. И какую даму ты предпочитаешь? О Мадхупури имеется в виду, Вриндаван. И в каком возрасте, Кришне, в каком возрасте ты хочешь поклоняться? И вот как, Кришне, в каком возрасте ты предпочитаешь поклоняться, какой возраст Кришне наиболее привлекательный? И вот он ответил, Рагхупати Упадхьяй, Шьяма Эва Парамрупам, Пури Мадхупури Вара. Пури Мадхупури Вара. И вот я уже сказал Арате Бхагаван вот эту шлоку этому Кришне в возрасте 16 лет. И в какую расу ты предпочитаешь среди всех? Адья Эва Парарасаха – это основная, главная Адираса, это Мадхураса, не только Мадхураса особая, которая есть только в сердце Вриндавана. И какая и та любовь, которая есть Мадхураса, которая между Кришной и Гопи, она лучшая, и Махапрабху засмеялся действительно. Ты дал такой прекрасный ответ. Великолепный Сиддханта. И вот сейчас ты можешь понять умонастроение Гаудия Гоштхипати, Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати. Почему Шрила Прабхупад, он вынужден был говорить так, чтобы обрести Кришну полностью? Безупречно. Если вы следуете какой-то другой сампрадай, может Рамануджа, конечно, вы можете пытаться, если вы находитесь на нейтральном уровне, то тогда вы можете только разумно судить. Если вы уже достигли нейтрального уровня, я попрошу вас, идите вместо Мадхвачарьи, Рамануджачарьи, здесь и там, и смотрите. Попытайтесь найти решение сами, и тогда вы поймете великолепие Сиддханты Шрилы Прабхупады, почему он хотел сказать именно так, а не иначе. Почему Шрила Прабхупада сказал, и вот сейчас я не говорю о текущем состоянии Гаудия Матха и Гаудия Миссии, это не мое. Не хочу говорить о том, что они делают, я говорю об идеальных вещах, о идеальной Сиддханте. Вы можете пытаться доказать, что они в Гаудия Матхе или нет, тогда вы сможете обнаружить, почему мы критикуем их под именем Гаудия Миссии, Гаудия Общества. Такие люди говорят всякую ересь. Я уже объяснял эту шлоку. И Бхактина такого говорит, какие-то духовные организации, основанные материалистами, которые находятся в Раджатама Гунах,
если какая-то духовная организация, кто-то утвердил ее, основал с этим с тамагуной, с настроением в тамагуны, они у них, может, из-за денег они могут что-то сделать, но успех они не достигнут, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, они не могут показать никакого идеализма в своей сиддханте, в своем характере и в своем поведении. И как тогда они обретут уважение и почет от других? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит не только это, а также их характер потерян, они находятся в обусловленном состоянии, занимаются всякой ересью. И Бхактивинода Тхакур говорит, и такие эти мусорные вещи, такие материи, и люди, приходя в матх, видят, чем занимаются такие основатели, и противные готовы плюнуть им в лицо. И будьте осторожны, я говорил, как буду говорить в следующий день о важности Данте. Сегодня я был занят ответом на этот вопрос, и вот любые участники, настоящие участники Гаудия Матха, может, они заняты готовкой или подметанием чего-то, или мытьем посуды, или еще чем-то, уборкой чего-то, или в саду, если что-то делают. Но смотрите, эти все участники Гаудия Матха, какое бы служение они бы не совершали по указанию Шрилы Прабхупады, у нас нет права оскорблять их, будьте осторожны, они все участники Гауди Миссии, они все проповедники Гауди Матха, проповедники, да, даже те, кто что-то убирает, моет, подметает или в саду служение какое-то делает, они все представители Гауди Матха. Они совершают такое простое служение внешнее, но их служение уникально. Они проповедуют этим. Они прачараки, проповедники, в то время как и я, и мы не можем заслуживать такого титула. Я буду обсуждать в дальнейшем, почему нет. Вот эту слову уже в следующий день буду обсуждать, чтобы доказать, что обычные люди не могут проповедовать, только и только возвышенные души, обусловленные души не могут проповедовать, только мусор всякий. Получается, что можно видеть во всем мире, что происходит только сбор денег и откладывание их на свои удовлетворения чувств. И те, кто даже подметальщики Гауди Матха или садовники, они тоже проповедники от имени Гауди Матха. Кто может сказать так? Кто-то думает, что тот, кто говорит харикатху, они проповедники, но нет. Это не совсем правильно. Я несколько примеров могу привести. И в следующие дни я буду приводить эти примеры. Благословите меня, чтобы я все помнил и говорил подобно ветру. Я хочу воспеть славу Шрилы Прабхупады. Это и есть успех в моей жизни. И вот почему Сиддханта такова, что если любой участник Гауди Матха, совершающий какую-то саву, он великий проповедник, как Парамананда Прабху, он великий проповедник, хотя как он проповедовал, он даже никуда из матха не выходил. А Кришнадас Бабаджи Махарадж тоже никуда не ездил на проповедь. И Нарахари Прабху, мать Гауди Матха, он тоже никуда не ездил на проповедь, только жил внутри Гауди Матха, но что из этого, они великие проповедники, я научно это все докажу. Может, внешне они не проповедуют, но они пассивные проповедники. Даже не пассивные проповедники, а активные, я могу сказать, но внешне выглядит, что они пассивные.
хотя термин, конечно, не очень хороший, но что такое проповедь, если я изменю ваше сердце своим этикетом, характером, поведением, любовью, то тогда вы вынуждены будете уважать и любить меня. Я не говорю харикатху. Голки Шрадас Бабаджи Махарадж уже не говорит никакую харикатху, но все выражают почтение ему, поскольку он воспевает славу Кришны в форме Харинама Прабху. И вот, и когда я воспеваю славу Гурварге Бхагаватам, то тогда нам Парикаранам, Васиштханам, Дамнам, Лиланам и все остальное, это все проявление того Нама Прабху. И вот когда Нарахари Прабху готовит внутри, что-то делает, это великая проповедь. Он на 100% великий проповедник. Я могу доказать это, поскольку так много людей, они смогли изменить свою жизнь, когда они пришли в контакт с Нарахари Прабху. И вот когда они пришли в контакт с Нарахари Прабху, с этим великим преданным, они... И вот... Вот для нас очень тяжело понять ум настроение и сиданту Шрилы Прабхупады. Вчера я привел пример, что он подобен кокосу. Если мы сможем открыть этот кокос, то увидим прекрасную сладкую воду и этот кокосовый орех мы можем предложить Кришне и наслаждаться этим. И вот и также вся сиданта Вичар и то, что написал Шрила Прабхупад, если вы материальны даже наполовину, если то, если вы не освободились от обусловленности, может, на 30% освободились, но все же что-то осталось, но даже, ну, смотрите, в обусловленном состоянии вы не можете почувствовать всю сиданту Шрилы Прабхупады, а подобно тому, как Рупа Госвами Пад, он смог осознать сиданту Махапрабху, и поэтому он написал это. И вот это уникальная сиданта. Я могу несколько примеров привести, как наш Кунджада, он совершал служение на почте в Далхаусе, работал в Калькутте. И вот по приглашению Парамананды Прабху, он пришел в Майпур, чтобы слушать харикатху Шрилы Прабхупады, и вот они все с одной деревни, Парамананды Прабху и Кунджада. И вот так или иначе, после этого в общем, он взял отпуск на 3 недели с этой почты. И вот он приехал в Майпур, и Парамананда Прабху, он комнату для него организовал, и Прасад также там был. И Кунджада в то время он начал слушать харикатху от Шрилы Прабхупады в Йогапитхе Шри Мандире. И вот несколько дней он слушал, но потом ушел. Не ушел, а собрался уходить. И Парамананда Прабху был удивлен, куда же вы уходите, я не пойму, о чем он говорит. Он хочет сказать, что он единственный саду во всем мире. Его также кто-то вот спрашивает, как это может быть, что нет никакого пути, кроме Гауди Матха. И вот этот Кунджада, он тоже такой лилу явил, что вот хочу уехать, но Парамананда сказал, что подожди, не уезжай, ты потеряешь много чего. Нет, не уезжай, я прошу тебя еще несколько дней, послушай недельку хотя бы.
И сначала ты можешь не понять слова Шрилы Прабхупады, но прошу тебя, сиди, слушай хотя бы неделю. И вот Кунджуда, он слушал, и после этих 7 дней он получил озарение, и он понял, что это та сокровенная сиддханта, абсолютная харикатха, это галукование. И действительно, я неправильно понял его. Я хотел уйти. И вот в итоге он принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, он осознал сердце Шрилы Прабхупады, он принял сиддханту вечера Шрилы Прабхупады, он стал главным севаком, менеджером Гаудия миссии. И вот смотрите, какая сокровенная сиддханта там, не пытайтесь проявить никакого сомнения. И это моя просьба всем вам, пытайтесь следовать этой чистой харикатхе. Дусто бета нискрити, сиру пайкарати санатананати, сиживате жосути, сисиданто сарасвати бижаяте, гория гости пати, сисиданто сарасвати бижаяте, гория гости пати, кипая хори кета намурти дарам. Дарани Варахарака Гаура Джанам, Джанакадика Васала Снегда Падам, Панамами Садапа Бхупаду Падам, Панамами Садапа Бхупаду Падам, Панамами Садапа Бхупаду Падам, Ванча Калпадура Шрике Пасинда Бхавича, Патитананг Папана Бхавишна Бхью Намо Намо. Данна Ватту.